Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня Castle Clash New Dawn. Мы на аккаунте моего подписчика с ником Фредди. И у нас сегодня будет роллинг накопленных сундуков. Я давно уже не снимал вам видосы, потому что ничего в игре пока не меняется. Такие обновки. Не играю, ну не знаю, немножко скучновато по сравнению с битвой замков, тут пока особо ничего нету. Возможно, потом что-то поменяется, и я жду, скоро должен быть релиз на русском. О, видите, ничего себе, плюхи. Релиз на русской версии, точнее русского клиента, и тогда, возможно, будем там играть, трешовать. Я так для себя побегал, посмотрел, что да как. Так, что тут у нас интересного есть? По пакам продают, ключики усиленно продают. Ну, а так, в принципе, ничего не поменялось. Куча ресурсов, больше экспишек уже продают. Ну, такое, короче. Все, скажем так, все для доната здесь сделано уже. Посмотрите, 100. Короче, на опыт куча паков разных. Бери и качайся. Так, что у нас интересного? Он в какой-то гильдии состоит или нет? Не вижу. А, да, в гильдии БЗЗ пчелки кидайте, заявочки вступайте. 8-й левел. Приема 250к. Ежедневный донат. Долгий неактив кик. Вот так вот. В принципе, правильно, потому что тут надо все время влаживать в гильдию. В гильдию тут не так, как на... Хотя, в принципе, на русском сервере тоже надо волны проходить в новой локации. В общем, куча всего, но здесь это более активно. Здесь есть мировая карта, которая реально, по сути, будет очень классной. Ну, смотря, как они ее реализируют, но все заточено точно так же, как в битве замков. На донат, под донат, поэтому... Поэтому все вот так вот. Так, окей. Поехали. Поехали, посмотрим, что у него есть по героям. В принципе, можно так сделать. Удобнее будет через алтарь. Так, смотрим. Мерлин. В принципе, неплохо. 7-й скилл. Так, Михрасик есть. Ле, Цалка, ну Цалка вообще топовая. Так, Теска, Суна, Виш. В общем, нормально у него героя, у него нету только донаты, сейчас попробуем их вытащить. 27 левела, ну силу здесь, в принципе, опять не так уж и сложно. Так, окей. С этим мы разобрались, поехали. Посмотрим, что у него есть в сундучке. Так, 96 ключиков у нас. Пропуска. Окей, поехали. Так, мы вроде, по-моему, все забрали. Если не ошибаюсь. Я уже даже, честно говоря, забыл, где что, потому что, ну, я уже, наверное, недельки так две сюда не заходил. Такс. Окей. Поехали. Виш. Вот такой вот здесь роллинг. Ну, я не знаю, как по мне, он немножко скучноватый, потому что с этих сундуков у вас падает, по сути, куча хлама. Вот реально, самый топ, это когда ты 10 откроешь. Тогда у тебя типа на каждом 10-м будет топовый этот. Но бывает везет и падает. Бывает по-разному. Поехали. Нам нужен Минотаврик. То есть, по сути, у нас есть 9 шансов вытащить героя. Так, это мы на Мерлина вытащили осколочки. На скилл. Очень много, как видите, здесь падает. Хотел сказать ЗП-шек, очень падает расходников много. А вот поэтому, как бы, ну, возможно, со временем они это все поменяют, и оно будет поинтереснее. Но посмотрим. Пока бета-версия
Стадия теста русскоязычная еще недоступна, к сожалению. Когда будет нормальная версия? Так, пятерик. Вот видите, внизу пишется, сколько нам там остается до следующего. Вот. Гарантированно дает героя. То есть 10 осколков у нас должно быть. И дупликат. Ну, в принципе, нормально. Ну, надо, ребята, надо Минотаврика вытащить. Я не помню, шапка здесь, по-моему, не падает. Если я не ошибаюсь. Так, осколки. Как видите, очень много расходников. Возможно, они это пофиксят еще и на глобальную карту для найма юнитов тоже падают расходники. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, понимаешь, что это все не то. Так, дупликат. Да, шанс, конечно, не очень словить отсюда Минотавра, хотя мне он реально падал. Я сейчас больше задрочу в Бравл Старс. Так, ну давайте 10 попробуем. Как видите, 10 осколков. Ну, у него эти все герои, по-моему, есть. Интересно будет поиграть на русскоязычной версии. Так. Вот видите, у него нету Энчо. Садби. Ну, возможно, повезет. Мы соберем еще. И Астериум. Три осколочка всего. Поехали. Все может быть. Тут падает все. Как видите, по одному, блин, ну реально. Так, еще плюс один осколок. Но это не тот осколок, который нам надо. Прокачка героев здесь немножко, честно скажу, мне не нравится. Чем мне нравится? Потому что они однообразные все. Здесь ты ограничен во всем, ты только можешь, когда, типа, как у нас делаешь 10 осколков этого. Я его варлоком называю. Как прорывы, вот мы качаем до 30-го, точно так же здесь. Вот это все единственное, что ты можешь выбирать. Все остальное качается как бы по шаблону. Неинтересно, таланта ты выбрать рунку не можешь. Так, ну что ты, давай, блин. Так, биш. Экспишка. Ну, видите, экспишек очень много падает. Просто тупо сыпят. Сыпят тупо. Давайте за десятку попробуем. Ну. Блин, ну. Вот тупо дает магазины героев. И ты ничего с этим не сделаешь. Ну, не то чтобы магазины. Давайте по 10 пооткрываем. О, есть! Астерион, наконец-то! Хотя бы мы словили 5 осколков. Так, окей. Сколько у него? 14 есть. Блин, я где-то пропустил, походу. Так, поехали. Наконец-то. Ну, то есть, как видите, здесь собрать героя реально можно. А, блин, это нам дали на этот. Это нам дали, блин, не те осколки. Я себе уже думал, мы сейчас его качнем, ага. Как видите, реально, вот просто сложно. Ну, хотя, с другой стороны, хороший шанс. 7-3. То есть есть возможность собирать этих героев. В отличие от что у нас в битве замков.
Здесь хоть шанс есть. Опять, ну. Опять на скилл. Да вы издеваетесь, походу, надо мной. Шанс, короче, как обычно. И не хватит нам, да. Ну, сейчас я попробую. Сейчас я попробую кое-что другое. Включу читы, если получится. Не помню, или тут я смогу это сделать или нет. В общем, ребят, как видите, печально все у нас. А, сейчас, секунду, ребятушки. Не все так просто. В общем, не знаю, пишите в комменты, кто отсюда что вытаскивал. Ну, я вытаскивал, но я очень много, скажем так, ролил у себя. Так, вроде нормально все, вроде все будет. Поехали, сейчас попробуем. Дает ошибку, видите, поломал админ панельку. Зайдет, сейчас должно быть все нормально. Вот, с другой стороны, я вам скажу так, собрать здесь героя донатного, ну, смотря, конечно, кроме шапки, до шапки надо нормально там, хотя шапка тоже здесь очень дешево, посма шапка, кто как называет, здесь недорого стоит. А вот тыковка, то до тыковки надо будет 10-й VIP получить. То есть это немало, скажем так. Так, зашло. Отличненько. Ну что, поздравляю. Хоть не выбили, зато так получили. Так, Hero. Заходим, и мы можем его призвать. Вот так вот, ребятушки. Призвали мы Астерион. В общем, поздравляю с новым героем. Ну, как видите, здесь можно даже вот так вот сделать, наапать. Видите, сила не растет. Сила будет расти только, когда вы ему нормально прокачаете звезды, только так. В общем, вот такой вот, ребятушки, роллинг, не знаю, не радует он меня, конечно же, на этой игре. Хотелось бы, чтобы вторая версия была поярче, чем первая, но, к сожалению, что маему, то маему. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока. А мы еще доролим. Мы же еще не все открыли. А прикиньте, сейчас мы открываем, и он там падает. Это, конечно, миф. Тут такие шансы, какие на огника у нас. Один в один. В общем, вот так вот. Все, всем удачи, всем пока.